как вот между православием и католицизмом, ну, больше склоняюсь к православию, конечно. Ну, вот из истории церкви я совершенно не понимаю. То есть и там плюсы, и там минусы. А что в истории-то, что понимать-то? Про историю Христос не спросит, а спросит, примирился ли с Богом, жил ли по заповедям Божьим. А история какое отношение ко мне имеет, когда уже прошло все мертвые? С нас про историю не спросится, а спросится то, уверовал ли я во Христа, жил ли для Бога, благовествовал ли, искал ли спасение людям. Да, я понимаю, но вот именно в Евангелии я не нахожу, чтобы вот безошибочности римского епископа никаких оснований вообще не вижу. Ну вы начните с малого. Вот сейчас я с вами говорю, вы почему ко мне-то зашли? Почему я вас заинтересовал? Ну, потому что я вижу, что вы... Хоть, ну да, что вы основываетесь на Священном Писании, конечно, а не на каких-то преданиях просто. Понятно. А вы, вот ходите, вы себя считаете православным или кем? Я православным считаю, но мне не нравится то, что в православии там, то, что все православие там древний канон отвергают. И так далее. Сами себе противоречат, торговле вот это в храмах. Ну, не нравится. Это правильно, что не может и нравиться то, что беззаконно. Ну, так и надо знать, что сделать в данном случае. Самое первое, что вы можете сделать, никогда ничего там не покупать. Это первое. И все так поймут, и торговля засохнет в один день. Ну, как Ганди-то? Не выходили на работу, и все... Перестали быть колонией Великобритании в Индии. Ничего не делали. Просто не выходить на работу. Так и здесь. Вы начните с малого. Если вы православный, вы в храм когда были последний раз? Ну, периодически стараюсь быть. Ну, как периодически? Вы знали, что сегодня воскресенье? Ну, был сегодня. Все, сегодня в храме были? Да. А храм далеко от вас? Ну, да нет, там в Калуге много храмов. А вам сколько лет? Достаточно. Сколько лет вам? 28. Ну, значит, вы уже 28. Самостоятельный человек. Ну, вы иконы видели? У вас в храме иконы есть? Да. Изображение Христа видели? Да. А пророки у вас там нарисованы? Нарисованы. А апостолы? Да. Да. 12 апостолов, да. 12 апостолов. Вот заметьте, я буду перечислять, сколько. Иоанн Кронштадтский, все. Все с бородами. Почему вы бреетесь? Вопрос первый. Почему, если вы православный? Зачем вы бороду трогаете? Это Бог дал красоту мужчине, как знак власти над женщиной. Зачем вы ее трогаете? Хотите по стихиям мира, а написано «не любите мира, не того, что в мире», а в мире как раз бородобритие. Это антихрист русский, Петр Первый вел. И второе, вот сейчас я простые вещи спрашиваю, вот на меня посмотрите, я поднимаю, как у меня рубашка застегнута, вам видно, нет? Да. А у вас почему она расстегнута? Ну, застегните, как будет выглядеть. Застегните на верхнюю пуговицу. Сейчас я только положу. Нет, ну я помаленьку вас буду подводить к этому. Застегнитесь, попробуйте. Хорошо, сейчас. Так. Видите, совсем по-другому выглядит. Теперь, вы говорите, у вас есть глаза. Глаза Бог дал для того, чтобы видеть. Все правильно. И вы еще раз пройдите по иконам, посмотрите. А я вам сейчас сброшу материалы про бороду, про все. И вы увидите, как Господь сурово наказывает за эти дела. Это мой вот этот ствол, тело, называется храм Божий. Вы это считали?
Да. А если храм Божий кто разрушит, того покарает Господь. Ты у него уже начинаешь снимать. Это картина Божья. Бог сотворил, и написано, и вот Бог посмотрел, и хорошо, и весьма хорошо. Вы Бога опровергаете. Видите, Христос с бородой, апостолы, пророки, святые, все с бородами. Без бороды там Пантелеима, но он юноша, там лет 14 ему было, врач. Бывает, мать держит ребенка на руках, ну, откуда у него борода? Теперь, вот заметьте, вы когда смотрите телевидение, там, и вот Государственная Дума, там Жириновский, все в галстуках. Зачем галстук надевают? Он не греет ничего. Зачем галстук надевают? Веревка на шее. Легко задушить человека. И зачем? Затянутый вот. Но как только галстук снимает, он обязан расстегнуть верхнюю пуговицу. А в армии я бы служил, если верхняя пуговица расстегнута, тебя сгноят на кухне. Это несобранность. Как только галстук надевать, застегнется. Галстук снял. Ну и вот так, ходи вот так вот. Нет. А почему? Это знак масонов. Главных губителей жизни на земле. Масоны, слышал такое? Да. У них обязательно, чтобы был галстук, а если снимешь, обязательно расстегнутый. А ты обыкновенная вошка-блошка, зачем же ты им подражаешь? Ты в этом даже и то противостань, даже в малом. Я вот в армии застегнулся в 61-м году, и по сегодняшний день не расстегнулся. Галстук не надену никогда. Маленько возьми, не брейся, приведи себя в порядок. Да главное сердце, а то все из сердца исходит. Из сердца исходят злые помыслы, недоверие Богу. А то все оттуда идет, а то сердце. Сердце это 450 грамм мяса. Ну вот я им постоянно говорю, что противоречит канонам вот эта торговля. Они... Это не торговля, это пожертвование, а на что нам жить, и вот так вот крутятся, там, юлят. Ну не надо, лживые и лукавые. Это торговля. И кроме того, продают таинство, за крещение платят. Симония, а это проклято Богом. Крестить невозможно. Крещение ладошкой мокрой по голове, это еще крещение. Слово крещение переводится тауфан, баптизм, это погружение, погружение в землю, троекратное. Сектанты все крестят с погружением. Это от католиков научились. А католичили церковь-то. А ты делай как надо. Вот мы с нуля строим деревню. Брат у меня священник. В июле крещение. Заходит в воду. Кто подготовился, заходит и троекратно в полное погружение. Вы видели это у нас ролики такие? Да, да, видел. Ну вот и все. А то ничего нельзя сделать. Можно сделать. Вот услышал сегодня, никогда не расстегивайся. Бритву уничтожь сразу. Вот первый шаг сделан. И ляжешь спать, сразу поблагодари Бога. В церкви достань щетки на 100 поклонов. 100. Меньше не бери, 100. У тебя ручка далеко, карман? Есть написать? Записать скажу. Запиши. Псалом. Нет, сейчас. Псалом 118. Ну, хоть пальцем на стекле напиши. Псалом 118. Положи, чтобы лежало ручки 3, карандаша 2 и пачка бумаги, как у меня. В любое время дня и ночи кобрякну, я буду писать и листики откидывать, а потом соберу. 118 Псалом, 164 стих. Давид говорит: «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, за Майдан, за смерть, за все славлю Бога, и поклоны делай». Вот перебираешь и... Три святое и 100 поклонов раз. Это 7 раз в день надо. Не считай утренней и вечерней молитвы. И у тебя совершенно другой настрой будет. У тебя живое будет тело такое. И аппетит нормальный. Все. Вот так. А вот, да, я хотел спросить. Еще вот у католиков, они говорят, вот эти стигматы их, вот эти раны у их подвижников, как у Иисуса Христа. Что это? Я считал, что православная церковь считает, что стигматы, вот эти А, стигматы, раны. Как, ну и что? Христа. Что дальше? Да. Ну, я считал, как православные подвижники пишут, что это были люди, что это психические, как экстазы были, что вот... Люди себе представляли,
И у них такое получалось. Не знаем. Мы не знаем, от Бога или от сатаны, в первую очередь. Иконы миротащат, в патриархии назначили комиссию такие, там входят архимандриты и прочее, разные геологии, институты. И в конце говорят, ни черти над нами смеются, а мы голову ломаем. Ну, это называют нечистой силой. То есть все это сатана может делать, ему разницы нет, и стигматы, не стигматы. И, ну, услышал, и больше никакого значения не придавая этому. А Златоуст говорит, мне чудеса не нужны, я и так верю. А мне же не нужны чудеса. А вас в церкви-то причащаетесь? Нет, я давно не причащался. Ну, а когда причащались, вас священник как называется? Под каким именем? Рустик. Вот, Рустик, правильно. Такой есть, а Руслана нету. Это сказочный герой у Пушкина. Я причащался как последнее время у католиков, а у православных уже давно очень. Я не случайно спрашиваю, где работаете? На заводе работаю. А какая работа? В чем заключается она? Слесарем на сборке. Я не понял, лес или хлеб? Слесарем на сборке. Ах, слесаря, хорошая работа. Хорошая, честно работаешь. На работе-то вас уважают или как? Ну, руководство хорошо все относится. Ну, что сказать на это? На любой работе ты можешь проявить себя так, что тебе могут и разряд повысить, и больше будешь получать. Слесарь – это очень хорошая специальность. Ну, вот то, что вот по поводу торговли я говорю, и надо чувствовать себя, как вот, ну, дураком чувствуешь, говоришь, то есть никто тебя не понимает все равно. Ну, ты не подходи даже. То есть они... Мимо пройди и все. Никогда ничего не покупай. Свечи нечистые, их в руки брать нельзя, поганишься. Химия. Свечи должны быть из чистого воска, с пасеки, вот как у нас. Так, еще вопросы есть какие? Да, еще вопросы по поводу крещения. То есть это исключительно вина священников, что я вот сам не помню, так как очень маленький был, как меня крестили. Ну, скорее всего, просто обливанием. Немало не сомневаюсь, шестой Вселенский... Получается, я некрещенный. Некрещенный. Шестой Вселенский собор, 84-е правило. Немало не сомневаюсь, прими крещение настоящее. Попы обманывают. Для крещения надо уверовать. Троекратное полное погружение, чтобы было бесплатно. У вас все нарушено подряд. Ничего не знаете. Погружения не было, доплатят деньги. То есть я даже не могу на воскресной литургии присутствовать, пока не крещен. Ну, пока крещен, не крещен, если думаешь креститься, с оглашенными, когда говорят оглашенные, изыдите, в это время выходи. А когда скажут, с миром изыдем, в это время зайди. Угу. А посты-то соблюдаете? Это... Да нет, не особо. То, что... Не особо, это нельзя так говорить. Ты должен соблюдать, раз ты православный, вопрос отпадает. Я православный, и все на этом сказано. Я обязан принять все, что мне церковь дает доброго. Тем более, не сегодняшние люди это повелевают. Среда и пятница, и 4 поста. И там еще по календарю. Я сейчас поговорим, я сброшу вам материал, и вы их хорошо прочитаете. У вас какое образование? Среднеспециальная. Ну, у меня как
продавец. А в армии, в армии служили, нет? Нет. А почему? Ну, по здоровью не прошел. А что у вас неладно? Ну, там пигментация кожи, и поэтому не пропустили. А что это за болезнь такая? Ну, это из разряда аутоиммунных. Ну, ладно. Вы старайтесь, чтобы тело было здоровое. И разум был здоровый. Сейчас поговорим, я скину вам материалы. Я отдельно материалы о бороде, я отдельно о посте. Хорошо поняли? Да, хорошо. Все. Если вы ничего не сделаете из-за того, что я говорил сейчас вам, ни постов не соблюдаете, ни бороду, ну, бреете, продолжаете, то больше не приходите. Мне зачем зря время на вас терять? Чтобы вот сейчас, вот только кончим, сразу бритву отрежь, шнур у нее, оторви и выбрось ее. Шнур может сгодиться куда-то. Хорошо. Так мы устроены Богом, скажи. Богом. Вопросов после нет, давайте прощаться. Да, до свидания. До свидания, с Богом. Отключайтесь. С Богом. Да.